Перед вами дракон Грозокрыл и викинг Валка, мама Икинга. Валка покинула остров Олах очень давно и полностью посвятила свою жизнь приручению, искусству приручения драконов. Приручила она дракона Грозокрыла, один из самых больших драконов, который в длину может достигать 30-35 метров. Невероятно красивый дракон. Как обычно, исполнение очень хорошее, выполнен мастерски. Красиво прорисованы черты лица. Очень красивые крылья. Две пары крыльев, что позволяет дракону быть более маневренным. Чтобы устойчиво поставить его при приземлении. Очень красивый длинный хвост, который вращается немножечко для улучшения балансировки. Валка. Ручки ними и посох. Немножко нужно приноровиться. Вот. Такая валка, у которой вращается туловище, голова, руки. И валка становится на своего дракона. При этом она может повернуть туловище вот так вот. Дракон Грозокрыл и викинг Валка. Дракон Грозокрыл стреляет в своих врагов вот такими снарядами голубыми, которые напоминают вспышки голубого пламени. Наш постоянный герой-злодей Драго. Один, два, три.